Всем привет, ребят. Ну что, как и просили, я записываю вам Brawl Stars, новую игрушку, в которую, честно говоря, сам подсел сегодня, немножко поиграл, начал с этого персонажа, с его прокачки. Все как обычно, будете видеть топовые видосики, топовые прокачки, рассказы. Многие из вас больше играют, чем я только первый день играю. Вроде, казалось бы, простая игра, ничего такого интересного, но реально затягивает. Бегаешь в пачке 3 на 3 против других, состязаешься, нагибаешь. Ну, короче, все как обычно, ребят. Весело, неожиданные исходы боя бывают, ну, бомбит бывает. Ну, реально игрушка кайфовая. Отвлечься от Castle Clash очень-очень неплохо. Итак, что мы имеем? Вот такая вот игрушка, интерфейс, показываю сразу же, путь к славе. Я ничего еще не забирал, как видите, у меня все копится. Так вот листаю, понимаю, что тут можно задротить, задротить и задротить, но игрушка реально действительно интересная и есть над чем задротить. То есть это максимальные трофеи, которые можно получить. В общем, как-то так. Что мы имеем? Вот у меня максимум трофеев на сегодня 336, а побед 86. За каждую победу дают в районе 5 штук. Я дальше не знаю, очень много разных режимов, еще не разбирался. Уровень опыта героя. Вот, получай опыт в боях, собери 82 очка опыта, чтобы достичь 14 и заработать 20 жетонов. Видите, мне чуть-чуть за день не хватило. Имеем магазин. Донат тут несущественный. Можно покупать мега ящики, большие ящики. В общем, как-то так, с них падают герои. Также можно покупать монеты отдельно. Бывают акции. Я не знаю, через сколько они там меняются, еще не выяснил. Ну, друзья, можно через Facebook, можно через Google Play играть, то есть запросы и себе вместе играете, то есть можно добавлять друзей. Дальше. Режимы. Вот у меня пока такой, захват кристаллов. Следующее у меня тоже уже разблокировано, я пока их не забираю. Буду отдельно делать, наверное, вам видосик. Если хотите, жмите лайки, пишите, что вы хотите увидеть. Кто играет давно, можете подсказать нубу. Я пока что так частично разобрался. Скажу сразу, мне через Nox неудобно играть. Играю на планшете. Буду, скорее всего, стримить с планшета и играть с планшета. Возможно, видосики записывать. Имеем мы 22 бойца, есть обычные, редкие, там, ну, все как в Castle Clash, по сути. Каждый боец имеет свои свойства. Вот я прокачиваю на сегодня Шелли, я ею играю, очень нравится, есть скины. Ну, то есть так, на досуге поиграть на андроиде можно. Я качаю ее до 9 силы, чтобы открыть супер бонус. В ящике можно получить такие вот как бы навыки, навыки, блин, тьфу, ты заговорился, таланты, контузия, суперснаряды Шелли, контузия врагов и замедляет их на 2,5 секунды, это в общем эпически. Вот так вот прокачка, улучшается здоровье, атака и атака от супер выстрела, то есть это сколько урона герой наносит, улучшается за такие вот монетки. Ну, есть другие герои, Эль Примо есть, Парли. В общем, много разных героев, каждый имеет свои свойства. Вот, атакует врагов разрушительной звуковой волной, исцеляет сам себя и товарищей по команде. То есть это Сап, очень неплохой, я пару боев с ним сыграл, мне реально он понравился. Так, давайте вам покажу Шелли. Мне тут вообще неудобно играть. Ну, сейчас сольемся, я в основном сливаюсь, потому что через Nox неудобно мышкой, надо будет посмотреть настройки, настроить. Такс, поехали. Правой кнопкой мыши, то есть тут по сути ничего такого сложного нет. Спайс — это супер удар. Вот видите, неудобно, блин.
Не люблю через этот, я через планшет играю. Блин, вообще неудобно. Скажите, какой-то нубас. Действительно, что нубас. Надо настроить на мышку. Смотрите, вообще не попадаю. Вот у нас забирают кристаллы, то есть сама суть этой локации — это собрать 10 кристаллов и отстоять там, по-моему, 15 секунд. Блин, как же оно неудобно. Вот видите, все, просто сливаемся, просто дико-дико сливаемся. Уж как оно неудобно. Чувствуешь себя рукожопом. Бой окончен, и у меня, соответственно, сейчас снимут очки, то есть вот эти вот кубки, то есть наше поражение, минус 4 сразу снимают, дали мне жетоны. Так, окей. Ну, за жетончики я, соответственно, могу получить такие вот кейсики. Так, ну что, давайте пооткрываем. Я, в принципе, для этого видоса и снимаю, пооткрывать кейсы. Мы докачались там до 300-го. Не знаю, подумаю, как стримить вам с планшета, чтобы было удобнее и мне, и вам, потому что тут надо ловкость рук хорошую иметь. Ну, монетки 16 и Эль Примо дают 6 к силе, то есть я могу его дальше улучшить. Так, Дэрил тоже дали ему. Новый боец. Мишка, ну честно скажу, они мне вообще не нравятся, я против них бегаю, сливаю, вот что-то они мне не заходят. Но будем потом делать обзорчики каждого, качать их. Я думаю, по отдельности каждого докачиваю до нормального уровня. Так, очки силы. Вот на Шелли. Вот Шелли мне больше всего нравится. Не знаю, может из-за того, что хорошо прокачал, хоть и вроде слабенький. Так, открыли мы новые события. Столкновение, двойная проблема. Что здесь надо сделать? Выживи на арене, участвуй в столкновениях на арене в одиночку или с напарником. Побеждает оставшийся в живых. Выбирай кубики усиления, чтобы увеличить здоровье, наносимый урон. Вот так вот. Не забывай двигаться, ядовитые облака подступают. Ну, в общем, как-то так. Хорошо, поехали. Это тоже поиграем. Дальше, следующий. Поехали дальше. Ящик. 18, Барли плюс 5 и Пенни плюс 5. Ну, я ими еще не играл, как видите, они даже не прокачаны. Вот, Кольт пишут, что тоже довольно-таки неплохой. Я видел его в бою, стреляет с двух рук. Так, удвоитель жетонов. Так, события дня новые. Рубл. И вольное ушко. Так, забей гол в ворота противника, матч закончится по истечении времени или после двух голов забитых одной из команд. Вот так вот, тоже интересно будет это посмотреть, поиграть. Поехали дальше. Так, очки силы награды бойца для получения. Ну, конечно же, Шелли, я буду Шелли на максимум качать. Так, ну вот этот тоже я в бою видел, буду вам була записывать. Ну, честно скажу, тоже не особо впечатляет. Это, возможно, из-за того, что кто-то так играет. Так, отлично, Шелли плюс 4, Кольт плюс 7 получено. Так, новый рубеж. События по билетам. Ну, это надо 350 добить. Ну что, поехали, думаю, дальше пооткрываем кейсики сразу же, которые у меня накопились за сегодня. И уже дальше пишите, что вы хотите увидеть, каких персонажей на прокачке. Подсказывайте, будем, думаю, развлекаться в эту игру тоже. Игрушка веселая. Так, собери 10 звездных жетонов, чтобы открыть большой кейс. Угу, видите, мне не хватает на него чуть-чуть. Поехали, будем эти открывать. Так, let's go. Монетки. Окко. Тоже неплохо. Окко. Так. Ну, такое себе. Что тут у нас? 13. Ну, я так понял, что тут
не особо много падает. Пенни. По 13 это потолок максимум. 17 монеток. Барли. Интересно, сколько максимум отсюда можно вытащить. Так, будет плюс 6. Дэрил. О, ничего себе, 12 кристаллов получили. Бонусные предметы. А, так, окей. Эль Приму. Ну, мне надо все на этого. Все то, что падает, честно говоря, не очень. Надо на Шелли. Чем побольше хочу Шелли девятку сделать. Так, монетки. Пенни. Барли. Ну, потом, в принципе, будет попроще прокачивать дальше им силу. Так, есть Барли. Бул. Чем мне нравится вот именно Шелли, думаю, если захотите, сделаю обзор уже на максималке, то, что герой, отлично, наносит обалденный герой дробью, говорю герой дробью, урон дробью по вражеским героям, и когда куча стоит, ну, просто эпик получается. Очень часто беру, в принципе, топ, там у меня местный топ. 11200 по Украине, а у меня глобальный 16, фига себе, сколько они там играют. А, так, а то по героям. Так, это клубы. У меня 293. А, топ 600 получается. Странно, поэтому герои. В общем, вот как-то так, ребят. Глобальный 925 Украина. Хорошо. Ну что, поехали еще купим топовых кейсиков. Вот таких мега ящиков. Думаю, они вам интересны. Если да, пишите тоже в комментах. Покажу, что с них падает. Как видите, в 10 раз больше. Дэрил плюс 8. Барли 19. Кольт 28. Пенни 29, Шелли 45, фига себе, вот это дало, и 3 кристалла, вот как-то так. Поехали, еще один. По сути, на ящике эти кристаллы и тратятся. 220, Шелли 10, Пенни 21, 22. Видите, вместимость предметов намного больше. Так, это получило. И Эль Приму плюс 41. Вот так вот. Еще плюс 5 кристаллов. Неплохо. Отсюда можно вытащить легендарных героев. Герои мне отсюда некоторые упали. Так, 3 предмета. 2. Пул. И Поко. Плюс 50. Так, ну... кристаллы дала. Как-то так, ребят. Плюс 5 кристаллов. Так. Хорошо. Ну, в принципе, все. Дальше я улучшать не могу. Следующим, кого я буду улучшать, это, скорее всего, мы будем играть, пробовать Поко. Как видите, силушка уже неплохая. Вот так вот происходит улучшение. Атака, конечно, бешеная. Так, 6, 7, ну на 8 надо еще качать и качать. Вот, ребят, как-то так. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репустики, ждите видосиков. Игра реально веселая, я уже постараюсь подключить планшет и стримить вам геймплей, показывать, как я нагибаю. Всем удачи, всем пока.